Личный прием 1 декабря провел председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов. Депутат отметил, что люди, которые его посетили, делятся на два типа. Одни просят за себя, другие – за общественность. Примером последних стала депутат Веденской сельской думы. Женщина рассказала, что их село активно развивается, население растет, как и количество молодежи, а места для занятий спортом отсутствуют. В Веденском необходимо развитие строительства спортивного комплекса. Почему? Потому что народу, будем так говорить, желающего заниматься спортом огромное количество, это отрадно. И действительно так уж сложилось, что село Веденское обделено вот с какими-то спортивными сооружениями. Единственное, что у них есть, это сельская школа, которая действительно может обеспечить и то не в полной мере необходимость вот учеников заниматься спортом. Дмитрий Фролов пообещал, что обсудит этот вопрос с начальником управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области, чтобы найти финансирование для строительства ФОКа.